доступная мышь с регулируемым разрешением. На распаковке мышь Acer OMW-124. Она поставляется в небольшой картонной упаковке с окошком. В комплекте идет только пользовательская документация. Это полноразмерная модель в черном пластиковом корпусе с подсветкой колеса прокрутки и логотипа. Мышка асимметричная, с полкой под большой палец правой руки. На подошве расположены тефлоновые ножки и оптический сенсор с регулируемым разрешением от 800 до 6400 dpi. Набор элементов управления представлен 6 кнопками. На верхней плоскости, помимо основных клавиш, предусмотрены 2 кнопки для регулировки dpi и быстрого доступа к рабочему столу. На левом торце находятся еще 3 дополнительные кнопки. К сожалению, производитель не предусмотрел фирменного ПО для переназначения органов управления. Подключается мышь по USB-проводу длиной 1,8 метра. Шнур оснащен виниловой оплеткой и ферритовым фильтром. Подытожим. Перед нами доступная проводная мышь под правую руку. Это неплохой вариант для офисного или домашнего использования.